Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Ура! Верховный маршал Советского Союза Сталин! Ура! Ура! Алис, едь след. Ура! Давай! Еда? Да. Праздничное угощение. Ну, в общем, да. С Днем Победы! Ура! Ура!
Вот так вот.